Покой переславцев, проживающих в северной части города, сегодня нарушил сигнал тревоги на станции водозабора. Под звуки сирены персонал покинул территорию, а на станцию прибыли пожарный расчет и карета скорой помощи. Была разгерметизация контейнера, установили магнитную консоль. Загазованность осталась только в районе склада хлора. Работает система аварийной нейтрализации. Тревога учебная. По легенде, произошла протечка одного из контейнеров с хлором емкостью 350 килограммов. Аварийной бригаде в срочном порядке необходимо устранить течь. Хлор тяжелее воздуха и при разгерметизации контейнера стелится по земле. Чтобы локализовать аварийный участок, пожарная охрана обеспечивает водяную завесу. Личный состав показал достаточно уверенные и правильные действия. То есть сразу заметно, что персонал тренировался, персонал готовился, свои обязанности знает и действовали достаточно уверенно. За четверть века работы водозаборной станции произошел только один реальный инцидент с утечкой хлора. Значит, это были пробные пусковые работы. Был небольшой выброс, но он был, не вышел ни за пределы хлораторной. Но это было 26 лет назад. Сегодня станция оснащена автоматической системой нейтрализации утечки химикатов. Но только лишь на технику здесь не надеяться. Звук учебной тревоги еще раз подтвердил – переславцы могут спать спокойно. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях. Переславль-Залесский.